Игорь еще отдыхает, спит еще. У него ножка болит, ночью болела, укол колол. И мы вчера мазь нашли. Оказывается, у нас была мазь. Делали вчера компресс мазью. Я уже встала, уже 11 час. Сегодня у нас суббота. И, как вы знаете, у нас по традиции уборка. Так как у Игоря нога болит, буду одна убираться. Вот сейчас уже стирку приготовила. Постель надо снимать. Ну, пусть пока Игорь лежит, я сейчас найду, чем заняться таким другим чем-то. А, ну, вообще, как-то я просыпалась постоянно, тоже как-то не очень хорошо спала, но, кстати, я выспалась. Выспалась нормально, сегодня так солнечно у нас. Вот, еще такая кудрявая вчера крутилась. Сегодня сейчас буду... Кстати, сейчас первым делом поставлю монтировать для вас влог, потому что я знаю, что вы ждете, безумно соскучились. И я тоже, кстати, безумно по вам соскучилась, очень хотела снимать, но, правда, не было времени. Чтобы вы меня понимали, я поделюсь с вами. Как вы знаете, я работаю в Тинькофф банке. Уже ни для кого не секрет, я уже давно там работаю. И ранее, когда я только начинала работать, я работала оператором. То есть обычным оператором продавала кредитные карты на телефоне, на дому. И я работала оператором. Были моменты, когда я уходила из банка, потому что мы переезжали, я уходила. Да, вот как раз мы пока переезжали, это там много времени заняло, такое какое-то, знаете, было отвлеченное, не было времени работать. Потом здесь, пока мы приехали, пока то. Но, кстати, потом, когда мы приехали, я быстро устроилась. Ну, в общем, не суть. Я уходила из банка, работала оператором, продавала карты, мне нравилось. Но, знаете, постоянно как будто, ну, вот что-то не то. Вроде все хорошо, нравится... что на дому, удобно, комфортно, одеваешься как хочешь, рабочий стол, все как ты хочешь, да, делаешь себе, хочешь так сидишь, хочешь так, не нужно рано вставать, и, ну, куча плюсов. И мне нравилось именно по телефону звонить, то есть это не какие-то прямые продажи и встречи, потому что я вот к этому не очень. Мне на самом деле нравится общаться с людьми даже вживую, но все-таки, наверное, по телефону я себя более все-таки уверенно чувствую себя комфортнее. Сами знаете, у меня и со здоровьем бывают какие-то, да, свои нюансы, и то, что я как бы в теле тоже порой, я утомляюсь быстрее. Ну, в общем, вот так вот, такие вот предыстории. Мне всегда нравилось работать оператором, но вот что-то, ну, не на все 100. Честно, не на все 100 было такое, что порой мне было тяжело в каких-то моментах саму себя перебороть, заставить. Дистанционная работа — это настолько нужно организовать свой день, это настолько нужно не лениться, нужно ставиться и идти к ней, ни в коем случае не отлынивать, потому что сегодня не вышел, уже не сделал, завтра еще меньше, там... Послезавтра свет отключили, опять не получилось поработать. То есть здесь настолько важно себя организовать, чтобы не пропускать моменты, да, не пропускать работу, чтобы идти к цели, добиваться и все-таки зарабатывать, потому что все зависит от меня. Как вы знаете, когда у нас был период переезда, очень было очень много расходов. Я как-то даже, может быть, на эту тему запишу видео. Было очень много расходов, было очень много нюансов, мы долго копили, но все-таки я благодарна своей работе в Тинькофф банке, что она помогла мне в этом плане вот поддержки такой финансовой, да, когда я вот только отучилась, немного поработала там в системе безопасности по продажам, и вот здесь как раз мы начали, да, собираться, переезд, и вот это настолько мне помогло, настолько я... Все равно финансово была такая подушка, и я очень благодарна банку, что вот в то время, когда я еще была без опыта, ничего не умела, то все-таки я многому здесь научилась. Я к чему? Я работала оператором, и мне нравилось не на все 100% моя работа. Были порой тяжелые моменты, какие-то личные. Как-то говорить о них особо не хочется, ничего в них нет такого, но просто организовать себя, вообще поднять себя, не отвлекаться. То, что вот операторам это тоже все, да, не так легко, это разные клиенты, это негативные клиенты. Но мне нравилось, я этим горела, мне очень нравилось, и в определенный момент
Когда я, кстати, помните, зимой прошлой я уходила из Тинькофф, второй раз уходила и пошла в организацию, где я работала, тоже продавала бухгалтерские программы. Мне очень нравилось мое какое-то непонятное увольнение. Но я уже об этом тоже сейчас не хочу говорить, это было давно и неправда. И вот знаете, потом я посмотрела на работу в Тинькофф банке еще как бы со многими плюсами, что все-таки как тяжело мне ездить, как тяжело вставать, как тяжело просто 3 часа тащиться в пробках, и ты теряешь столько времени, энергии, сил. У тебя ты едешь, у тебя либо ты, если стоишь, отваливаются ноги, если ты сидишь, то у тебя уже всю спину, блин, сводит безумно. Ну и в общем, после того момента я взглянула на работу в банке еще с другой стороны. Я, в принципе, всегда уважала эту работу, но когда я поработала, поездила, потаскалась по краснодарским пробкам, а они здесь просто жесть, то я поняла, что да, за эту работу нужно держаться. Ну и тогда, в тот момент, у меня возник такая идея, что, может быть, не оператором, может быть, оператор — это все-таки не то, где я себя 100% классно ощущаю, что мне нравится, где я хочу развития. Может быть, все-таки продажи — это немножко не то. У меня была такая задуманность, и когда я возвратилась в банк второй раз, то мне удалось поработать очень с крутым тренером в банке. У банки есть тренинги, они все тоже дистанционные. Они офигенно оформлены, я всегда их любила, посещала, посещаю. Вчера был тренинг, кстати. И была одна тренерша, и она настолько подала мне такую крутую идею. Мы очень хорошо с ней общались, и на что она мне сказала: «Блин, ты очень классно знаешь все, ты очень хорошо разбираешься в продукции». Но еще бы, я на тот момент уже работала долго в банке. Я уже действительно много что знала. И я всегда стараюсь читать, углубляться. Я стараюсь что-то повторять. Ну, есть такое во мне. Я безумно люблю учиться. Она мне подала идею, она говорит: «Ты безумно знаешь классный товар, ты продукт, да, ты безумно интересно все рассказываешь, на тренингах ты помогаешь коллегам. Ты не пробовала себя в обучении? Не хотела, не думала». А я честно не думала. Я, во-первых, да я не думала, вот правда об этом. Не то, что я там себя не вижу или там не знаю. Я просто не думала. Я даже забыла о том, что у меня есть возможность карьерного роста. И я стала об этом, конечно же, все чаще и чаще думать, примерять себе эту роль, анализировать, а смогу ли я, а будет ли мне интересно. Почему? Потому что, знаете, все-таки для меня важно, чтобы работа действительно нравилась. Если она мне не будет нравиться, то, ну, вообще я по жизни такая. Если мне что-то не нравится, то навряд ли меня кто-то заставит принять это, сделать. Я вообще очень упертая в этом плане. Даже порой нам с Игорем бывает тяжело, потому что если я это хочу, то я это делаю. И даже если мне это пипец как тяжело, я все равно это сделаю, потому что это я очень хочу. А если мне что-то не хочется, то я найду 1000 оправданий, я найду 1000 просто ситуаций и сделаю так, что в конце концов я все равно рано или поздно от этого откажусь. Я не буду это делать, я не стану больше там этим заниматься. И поэтому я понимаю, чтобы мне нравилось, это очень важно, чтобы вот действительно зарабатывать, прийти к какому-то росту, к цели, мне нужно этим гореть. Иначе, ну, не пойдет дело, не будет все супер. И, конечно же, у меня кончается память на телефоне, я уже 9 минут с вами разговариваю. Ну и, конечно же, я очень много стала думать, очень-очень безумно много. И, как вы знаете, у меня какая, знаете, мысль какая-то появится, все, уже я вся в ней, я уже все обдумываю, и мне уже ни о чем другом не думается. И я очень этим загорелась, я стала узнавать о требованиях, которые необходимы, и я переживала, что вот я недавно, да, с зимы вернулась, и вдруг вот весной, кстати, я уже активно в марте начала об этом думать, и я думаю, я вернулась совсем недавно, наверное, все-таки меня пока не возьмут по срокам, ну, то есть не так много в банке, я второй раз, в сумме-то я давно, а вот второй раз я недавно пришла.
Я очень насчет этого переживала рано, и я работала. Я просто работала оператором, делала средние показатели. Ну, то есть я работала, старалась, следила за показателем, потому что понимала, человек, который будет плохо себя проявлять, его навряд ли куда-то возьмут. И я стала здесь даже очень сильно меняться, я стала еще больше работать. И это круто, это меня очень подстегнуло. Я действительно на тот момент зарабатывать стала прям уверенно больше. Это Игорь стала замечать. Ну, то есть... Вот поменялось мое внутреннее настрой, вот это вот мое состояние, и на самом деле, знаете, как это много зависит от своего настроя, от своего самовнушения. Если на тот момент это была моя цель, мне было это нужно, то я шла к этому очень быстро. И что вы думаете? В один прекрасный день у меня был очень негативный клиент, и я вся была в слезах. И я просто психанула, написала своему руководителю, что я хочу попробовать себя в обучении, я не хочу быть оператором, я устала от этого, мне здесь не совсем комфортно, на что она сказала: подавай резюме. Я подала резюме, его рассмотрели, меня взяли, и меня взяли очень легко, и я была так удивлена, приятно, вообще в шоке была. Меня быстро взяли. Меня взяли в наставничество, и с мая я наставник. Не рассказывала вам, не знаю, не хотела поспешить. У меня 3 месяца был пробный период, ротация, так скажем. Это когда на меня смотрят, думают и принимают решение по окончании 3 месяцев, берут ли меня, прошла ли я, так скажем, эту стажировку. Май, июнь, июль, в августе мне уже... Да, или в сентябре. В сентябре у меня была ротация, я безумно переживала, хоть у меня здесь все хорошо, и я себя проявляю очень активно. Я развиваюсь здесь, я дышу этим, я работаю, как вы заметили, я постоянно работаю. А постоянно работаю, потому что мне это очень нравится. Да, я любила оператор, я любила продажи, я люблю разговаривать, если вы заметили. Но то, как я себя чувствую на наставничестве, это просто непередаваемо. Я могу встать на час раньше и пойти начать работать. Я, в принципе, не просыпаю на работу. Я встаю с прекрасным настроением. Мне хочется. Я настолько сейчас этим дышу. Я вот действительно вся в работе. Даже Игорь эту увлеченность видит и порой немного злится, что вот работа, работа. Я стараюсь отключаться на выходных, но порой и на выходных я тоже думаю о работе. Я анализирую свои, как бы я сделала лучше, где мне нужно поработать, какие-то нюансы, какие-то развития. В общем, это так интересно. У меня сейчас группа моих кандидатов, которых я обучаю. Это безумно круто, это позитив. Я даю им очень много информации. Все то, чему я научилась в банке. Они же мне очень кучу теплых слов, пожеланий, благодарностей. Это настолько круто, и я сейчас прям вот хотела с вами наконец-таки поделиться. График у меня сейчас 5-2, поэтому работы очень много, и в класс что-то попало, не думайте, я не плачу. И работы очень много, и я не успеваю просто сейчас. Я готовлю там ужин, приходит Игорь, мы едим, и я просто отрубаюсь, я очень устаю. Поэтому... Хотела с вами поделиться, надеюсь, вам тоже это будет интересно, да, была интересна эта история. Да, я теперь наставник в моем банке, и безумно этому рада, и хочу вам тоже пожелать, если у вас есть какие-то цели, обязательно идите к ним. Никогда не переживайте, не волнуйтесь, верьте в себя, и все точно получится. И если вдруг, напомню вам, кому-то интересно, моя работа в банке, и вы тоже хотите и боитесь, пробуйте. Я когда-то тогда, еще в 2015 году, по-моему, да, я тогда тоже боялась, я тоже переживала, но я рискнула, в меня не верил мой муж, он был тогда еще даже не мужем, Игорь меня не верил, он говорил, что это ерунда, это дистанционная работа, никто тебе там ничего не заплатит, но я рискнула, я сама себе доказала, я Игорю доказала, и многим людям, которые приходят по моей рекомендации, по моей ссылке, они тоже работают, и они очень благодарны, что у них есть подработка, что у них есть там теперь как основная работа. Поэтому, если вам будет интересно, приходите ко мне в личку ВКонтакте. Я обязательно поделюсь с вами ссылкой, потому что за это мне тоже будет маленький бонус. Ну и расскажу вам примерно, да, расскажу вам, как нужно, что нужно делать, там некие советы, то есть как там зайти на сайт, какую вакансию выбрать. Поэтому, если вам будет интересно...
Приходите ко мне в контакт, я всем рада. Пишите, пожалуйста, что я с Ютуба в приветственном сообщении, чтобы я понимала, потому что добавляются Reflame, Avon и так далее, чтобы я знала, вот точно мои люди пришли, и я поделюсь с вами ссылкой, по которой вы сможете зарегистрироваться в банке, начать работать, начать идти к цели, зарабатывать, развиваться и быть счастливыми, в хорошем настроении и ходить на работу с удовольствием. Вот что для меня, кстати, очень важно. Я прекращаю болтать, у меня кончилась память, 15 минут, я думаю, вам было очень интересно, поделитесь своими эмоциями, вообще интересно ли слушать о работе, о каких-то моих достижениях, а я пойду убираться, всем суперского настроения, вот разговаривать о работе я люблю безумно, всем суперского настроения, к вам попозже вернусь, пошла заниматься уборкой. Монтирую для вас влог, у нас такая классная погода. Сегодня тоже солнечно. И вон там вон видно, какие же желтые деревья. Классная погода, вообще ни одного облачка. Мы сели наконец-таки завтракать. Игорь тут ковыляет. У нас тут колбаска, сыры, огурчики. Осенняя композиция. Хлебушек. Я чаёчек пью, Игорь будет сок. Так что всем приятного аппетита, хорошего вам утра. Так музыка была, как будто это он. Нас Ресли сидит на окошке, и мы его зовем. Видно его рожки. Ресли. Красивое солнышко такое. Еще прикольно, да, узоры от этого, от занавеска. Ресли. Ресли. Будем его мочить. Я уже тут добралась, чистенько все. Сейчас пойду там в ванной белье заложу. И, в принципе, убрала сама. Самой очень тяжело, кстати, с Игорем намного легче. Кс. Я уже успела сготовить ужин. У нас картошечка пюре с фаршированными помидорчиками. Так вот вкусно получилось. Салатик. И мы смотрим танцы. Так что всем приятного аппетита. Всем вкусного ужина. Мы уже покушали, смотрим танцы. У нас тут прикольные конфеты такие, зверюшки всякие. Игорь, открой одну, чтобы я показала. Вдруг кто не ел такие. Открой, пожалуйста. Я ее съем потом. Тут мамба у нас. И вот эти. Давай. О, барашек. Такой вот барашек. Прикольный. Смотрим танцы. Интересно. Раз смотрит. Раз. 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 Смотришь?